Всем привет! Воскресенье! Машин вообще мало в городе. Вообще можно сказать нет. Пустота вон какая. Дом такой высокий тут стоит. Тут еще строится дом. Мост пошел в Первомайске. Светофор должен загореться зеленый. Мы пойдем. Не воскресенье, а вообще машин нету. Город пустой. Не часто такое увидишь. Редкость. Обычно пробки тут везде. Лето, все отдыхают, кто где. Студенты разъехались. Кайфово летом в городе. Это вообще. Кинотеатр Баргузин. Вот здесь. Такой парк, фонтан там еще есть, сейчас покажу вам красоту эту. Тут почему-то перемотали. Происходит сдача объекта администрации города. Просьба не кидать. Те, кто с нами делится, что не сами. О, дети тут пищат. Мыльные пузыри ловят. А вот фонтан на Баргузине. Так вот, сейчас он утихает. Вода прозрачная. О, все утих. Опять начинает
середину вот так поливают, теперь по краям. Красота вообще. Бьет вообще красота. На камеру эту красоту вообще не передать. Все затих. Сейчас снова поднимается. Газон. Цветы тут. Погода пасмурная сегодня, хорошо, не жарко. Вот середина красивая сейчас будет. Красота какая. Рядом со мной капли воды попадают на меня. Бульвар Постышева. Тоже фонтанчик. Сейчас туда пойду поближе вам покажу. Смотрите ролик до конца. Не переключайтесь. Я показываю Иркутск. Гуляем сегодня. Вот тут цветы красиво так насадили.
точек. Построение цветов. Еще один фонтанчик на Постышева. Бульвар Постышева. Купание в фонтане, нахождение по кромке чашки категорически запрещено. По дну фонтана проходит электрический кабель, питающий насос и установка сетевого сопровождения. Короче, чтобы дети не купались. На Валенина видел дети в фонтане. Купаются. Эти мусорки перемотаны. Детская площадочка небольшая. Подсветка вот там работает вечером. Красиво тут в парке. Везде подсветочка идет, вообще везде. Красота вечером вообще, да. Такие как типа ради, вот тут вообще в две стороны подсветка. Сейчас пойдем к Ангаре вниз туда. Не переключайтесь, смотрите дальше. Верхняя набережная. Тут вечером тоже подсветки всякие. Вот эти лампочки горят.
летний вариант. Ресторан. На улице отдыхают. Красота. Тут что? Иркутская форель? Вода на прибыли. На прибыли вода получается. Потому что там вот как проход был получается. Ангара. Вода ледяная. Купаться запрещено. Чайки, что ли? Плывут, наверное, с рыбалки люди. Очередные рыбаки за форелью. Чё поймал? Потом на весы 700 рублей. Железная, детская железная дорога. Вокзал.
сказал, на острове Юность. Там какой-то тип паровоз какой-то старый даже стоит. Но она закрыта сейчас, то что этот коронавирус, видать. Закрыто все. Тут интересно, теплая вода, нет? Холодная, наверное. Бульвар Гагарина. Там остров Юность, чертово колесо. На той стороне вокзал. Фонтаны на острове Юность. Там вот чертово колесо. Тут в катамаранах катаются. Фонтаны. Ночью с подсветкой. Красота вообще, наверное. С подсветкой я их не видел. О, что-то тут холодно так становится.
Так, ладно. Поедем домой, наверное. Всем пока-пока.